Неделя знаний. Завершился третий этап Республиканской олимпиады по школьным предметам. Школьники всей страны доказывают, кто из них самый умный, сильный и умелый. В этот раз соревнуются победители районных состязаний. Солигорск принимает участников отборочного тура по предмету «Трудовое обучение». Торжественное открытие областного этапа прошло в Центре творчества детей и молодежи. Традиционно соревнования пройдут в два этапа – теория и практика. Мальчики продемонстрируют умение работы по дереву и с металлом на базе 1, 3 и 11 школ, а девочки поработают с тканями. После команды подтвердят свои навыки и в интеллектуальном состязании на знание предмета в Солигорском государственном колледже. Здесь присутствуют 60 конкурсантов, олимпийцев из всех регионов Минской области. Ну и завтра они уже начинают бороться за главный приз – выход в четвертый заключительный этап. Детки наши очень талантливые, а наш предмет такой многогранный, что, в общем-то, трудовое обучение – это не просто там пилить, строгать или шить, да, то есть это еще и задействовать нужно ум,